Кустанайской области наблюдается массовый падеж скота. От неизвестной болезни гибнет даже родившийся в этом году молодняк. Наибольшие потери несет Жангельдинский район. Местных жителей беспокоит вопрос, не связан ли падеж скота с болезнью, приведшей к гибели сайгаков. Так как массовая гибель домашнего скота зарегистрирована именно в тех селах, которые находятся в непосредственной близости к району гибели сайгаков. Местные ветеринары взяли пробу у погибшего скота, и сейчас ожидается заключение экспертизы из областного центра. Наш корреспондент Аблай Мауданов, чтобы прояснить ситуацию, поехал в поселок, где гибнет скот. По его словам, за последнюю неделю численность падшего крупнорогатого скота здесь приблизилась к 80 головам. Признаки болезни были замечены и у животных в других населенных пунктах. За 10 дней погибло 12 голов крупнорогатого скота. Вечером, когда мы смотрели, скотина была еще здоровой, а утром уже больная. У скотины раздуваются конечности, голова пухнет. Уже нет половины молодняка этого года. Для нас это большой урон.